Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня я гуляю. Димочка поехала на дачу с бабушкой. А я решила заняться шопингом. Не могу сидеть дома, уже устала. Вот, и тут прохожу парк. По-моему, это парк Щёрса. Или нет, если я не ошибаюсь. Не помню, короче. Такой, смотрите, классный. Мы там, кстати, уже с вами были и по осени, и зимой. Пахнет чем-то. Газоном, по-моему. Здесь вот горка зимой. Все классно. Конечно, светит солнышко, я ничего не вижу. Но я думаю, что вам видно все. Карусели есть они, по-моему. Но они не должны работать, я думаю. Газонная травка. Там дети. Не буду заходить. У нас сегодня солнечно, 29 градусов должно быть днем. У нас сейчас утро, 11 утра. Вот, я сегодня хочу, короче, мне надо купить кроссовки, потому что у меня кроссовки уже старые. Ну, видите, какие они уже очень-очень старые. Им уже лет больше 5 лет, наверное, еще покупали в спортмастере. Вот, смотрите, как классно. Небо голубое. Голубое-голубое, прям жарко. Сначала вышел, мне было холодно немножко. А потом я прям уже это, уже, мне кажется, вся мокрая. Вот, и хочу купить новый рюкзак. Потому что мой рюкзак начал рваться уже, некоторые карманы. Ну, тут остановка голая совсем. Даже стекол нет. Новая. А, новая, наверное. Смотрите, как клево там. У меня уже батарея начинает садиться. Хорошо, я взяла запасную. Если будете покупать видеокамеру, покупайте две батареи. Очень удобно. Красиво там. Но мы сегодня с вами еще погуляем. Не знаю, это может быть будет отдельным роликом. И пришли мы с вами смотреть гудок. ДРК «Гудок». Что же у нас там открыто, а что закрыто? Сейчас мы с вами посмотрим. Короче, зашла я в тот магазин, где я видела рюкзак зимой, который я хотела. Его там, конечно, уже нету. Предлагали взять какой-нибудь другой за 700 рублей, я отказалась, говорю, нет. Там хлипкие такие рюкзаки, кошмар просто. Мой такой хоть четкий. Картошку таскать можно. А эти порвутся сразу. Травку скосили. Как пахнет классно. Дачи пахнет. Соломой, сеном. Видите, какой у нас ТРК-гудок. Красивый такой, зеркальный весь. Отражает соседние дома. Полем пахнет. Таким, знаете. Все, одеваю маску и вперед. Ревгош не работает, РБТ работает, ХМ работает, мне туда надо. Короче, у меня уже остался 1 час. Наверное, не пойду в ленту. Зайдем туда. Смотрим. Что-то как. В серединке он работает, в магазине. Надеюсь, меня слышно хорошо. Мегафон.
фонд работает. Короче, ничего не купила. Цены, конечно, вообще поднялись. Каждая вещь вот 2500 рублей. Не знаю, короче, не знаю, как это все будет смотреться. Что-то мне вообще мерить не захотелось. Что-то я думала, что будет подешевле немножко. Здесь мужская одежда работает. Бостон. Рубашечки всякие. Кстати, я в клетку хочу рубашку. Эти не могу. А тут рюкзаки, наверное, есть. Смотрела сейчас кольцевую лампу. Модик, кстати, закрыт. Зарина открыта. Не знаю, там я не была. Такой он беленький, кстати, классный. В моде хотела зайти. Посмотреть там что как. Смотрела кольцевую лампу. Здесь они стоят 30 сантиметров, 4000. А на Авито я нашла 35 сантиметров, около 3000, чуть меньше. Поэтому буду на Авито брать. Там хоть домой ее довезут. Ритуаль закрыта. Ривгош, главное, открыт. А Ритуаль закрыта. Мне еще надо рюкзак найти. Хочу, пока я вышла. Надо купить. Все еще люди в перчатках ходят. Я аптеку не нашла по дороге. Сейчас зайду еще вот сюда. Посмотрю рюкзаки здесь. Народу много. Ах ты, блин, там закрыто. А, это даже закрытый. Там одежда продается, большой-большой магазин. Тоже закрытый. Аптека. 63 плюс, кстати, довольно дешевый. Там тоже внизу. У них, кстати, гарантия кольцевой лампы всего 3 месяца. Всего лишь 3. Детский магазин открыт. Глория Джинс открыта. Но там ничего нет такого. Юбка была одна суперская. Ну, что-то не знаю. Длинная юбка, у меня полно их. Больше не счету. Тут закрыто. Тоже все закрыто. Пусто. Людей почти нету. Мой магазин закрыт обувной. Главное, мне приходила смс еще месяц назад. Мол, приходите, мы открыты. Они закрыты, оказывается. Зря шла. Маски прям вообще. Дурно. Тут вот закрытый. Там рюкзачки были. Кроссовки даже не знаю, какие хочу. Белые не хочу, они быстро запачкаются, желтыми станут. И черные не хочу, жарко в них. Короче, домой пойду. Детский мир еще открытый. Пошла домой, короче. Женька там уже должен собраться. А, сейчас в Каре зайду еще. Посмотрю, там рюкзак. Смотрите, какие клевые здесь полосы. Короче, иду я домой. А Женька сейчас там должен собраться. Мы пойдем на набережную гулять. Забирать, короче, все такое. Скорее всего, будет отдельным роликом. Потому что, мне кажется, я уже очень много наснимала. А больше 10 минут посмотреть не хотите. Поэтому сейчас мы с вами дойдем до дома. Ничего, короче, не купила. Кроссовки я не нашла. А другую одежду, в принципе, навалом. И покупать что-то еще я не захотела.
Блин, классно пахнет тут. Короче, так у нас. Ну и рюкзака, конечно, я не нашла. Это тот, который я хотела. Пух летит как. Тут смотрите, как класс. Такой заборчик наверху. Теплый такой ветер. Непривычно. Сидишь дома столько времени, а тут тебя ветром обдает. Уже жарко стало. Сейчас уже день. Время. Сейчас доходит. Что-то за звуки страшные. Какое дерево красивое, смотрите. Как пейзажно. Раньше, до появления Димы, я ходила в такие вот парки, сидела, рисовала периодически. Хотя, конечно, рисовать на улице не люблю, потому что народ приставать начинает. Знакомиться, нарисуй, шуршание, пугать. Обычно я так фотографировала, как сейчас вот я фоткаю, а дома буду рисовать. Тут дерево шикарное, но не в объектив не помещается. Все закрыто, короче.